Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами ведущий Владислав Майструк. Моим собеседником сейчас будет Алексей Гончаренко, народный депутат Украины из блока Петра Порошенко и одессит. Вот на днях международная консультативная группа при Совете Европы по Украине обнародовала доклад, который они ввели уже почти полгода. Они расследовали обстоятельства трагедии, которая произошла на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2014 года. Вот согласно этому докладу, там мы по нескольким пунктам пройдемся, но вот первый, который я хочу у вас спросить, первый вопрос в чем состоит. Вот эта группа говорит, что правоохранительные органы не особо шли на контакт с этой группой, да, предоставляли им материалы нерегулярно, а я теперь цитирую, в форме противоречивой и трудно для понимания. А почему? Потому что вообще правоохранительные органы отвратительно, из рук вон плохо, ведут расследование событий 2 мая. И то, что сегодня констатировал Совет Европы, мы констатировали уже неоднократно. Журналисты, общественники, депутаты, я лично, что, к сожалению, это просто все идет не туда и не так. Именно поэтому, в каком смысле не туда и не так? Что произошло в Одессе 2 мая 2014 года, более-менее понятно. То есть, что, как было, от чего погибли люди, сколько погибло людей. То есть, понятно, напомню, что погибло 42 человека. 48 человек. 48 погибло человек. 48 человек, 6 в центре города, 42 в Доме профсоюзов. Что это было? Это была попытка реализовать донбасский сценарий в Одессе, которая не увенчалась успехом, провалилась, но переросла в такую страшную трагедию. Но наши правоохранительные органы не в состоянии провести такое расследование, которому будет доверие, и которое сможет действительно виновных осудить в итоге. Да, суд сможет принять какие-то решения, и виновные будут нести наказание. Вот это решение, которое сегодня Совет Европы, это не решение, это доклад. Да, это доклад. Да, но эта позиция Совета Европы, чтобы мы понимали, она будет базой для рассмотрения любого иска по делу об Одессе в Европейском суде по правам человека, потому что ЕСПЧ это такая же структурная единица тоже из Совета Европы, это одна и та же структура. ПАСЕ, ЕСПЧ, Венецианская комиссия знаменитая, которую мы много слышим, это все одна и та же фактически структура. Так вот, в ЕСПЧ будут все решения принимать на базе этого доклада. А это означает, что уже какие бы мы решения наши суды не приняли, они будут не просто оспорены, а скорее всего успешно оспорены в Страсбурге. И это сегодня нам говорит, такая желтая карточка. И сегодня Украине нужно сделать две вещи. Первое, конечно же, активизировать расследование, потому что там и людей забрали следственные группы, и финансы им не выделяли там на экспертизы, отвратительно это все шло. Но второе, это я уже моя оценка, я как народный депутат на годовщину событий 2 мая 2014 года, а в этих событиях, наверное, я единственный народный депутат Украины, который непосредственно лично принимал участие во всех этих событиях. От центра города до Дома профсоюзов. Я был первым человеком, не пожарником, служащим МЧС, который вошел в здание Дома профсоюзов уже после пожара. И поэтому я понимаю очень глубоко эту ситуацию. Я внес проект закона об амнистии для всех участников этих событий, кроме тех, кто совершил тяжкие преступления, кто убивал, кто это организовал, и чиновников, чья халатность позволила всему этому произойти. Вот у меня такой вопрос. Дело в том, что Совет Европы, он же детально анализировал. Очень детально. Очень детально. И там есть две вещи, которые, в принципе, если задуматься, просто волосы дыбом становятся. Это касается милиции и пожарных. Да. Что касается милиции. Милиция, инциденты начались в центре города, а потом уже они переместились непосредственно на Куликово поле, там, где Дом профсоюзов. Все это длилось, несколько часов. Да. Я помню, мы в редакции сидели, наблюдали за этим. Много часов. Это даже был какой-то ужасный фильм, жуткий просто, жуткое зрелище. Так вот, за все вот это время, пока это все происходило, милиция всего города Одессы не отвечала на звонки. То есть, грубо говоря, если даже в другой точке города происходило там нечто, да? Там был полный коллапс, абсолютно правы. Да. Вот мне интересно, сколько сотрудников милиции города Одессы остались работать после всех тех событий, да? Сколько из них сотрудничают со следствием? И аналогично, что касается пожарных, потому что пожарная часть, сам ближайшая к Дому профсоюза на Куликовом поле, это 5 минут езды. Абсолютно верно. А они ехали туда, первая машина туда прибыла через полтора часа. Нет, на самом деле быстрее. Они прибыли
Ну, сейчас нужно смотреть, ну, так по моей памяти, они прибыли где-то минут через 40. Ну, но через дело 40. В том, что уже они прибыли тогда, когда площадь настолько была заполнена людьми, что они не могли пробиться подъехать, к зданию. Да. И еще какое-то время они пробивали здание. Mm-hmm. В любом случае, это, конечно, не совершенно не какие-то безумные цифры. И вы правы. Ну, что могу вам сказать? Милиция. Рядовой состав остался практически весь. Те, кто там сами не уволились там, в ближайшее время. Начальник, человек, которым, с именем которого многие связывали события 2 мая, такой полковник милиции Фучиджи. Фучиджи, да, он сбежал. Он был, да, но он не просто сбежал. Он был начальником службы общественной безопасности, милиции общественной безопасности области на момент этих событий. Там не совсем понятна его роль, потому что есть подозрение, что он просто помогал сепаратистам. Да, но самое интересное следующее. На следующий день начальник областного УВД Луцюк был отстранен от работы, и его был назначен Фучиджи. И еще два дня, или даже, нет, не два, три, дня четыре, Фучиджи был начальником областной милиции. И дальше произошло, мы всегда говорим о 2 мая, но мало кто знает, что было еще 4 мая. 4 мая как, был штурм СИЗО. Штурм городского милиции, когда Фучиджи приехал и отпустил всех. То есть всех тех, кто был арестован за эти события, он просто, в основном там речь шла о сепаратистах, а Фучиджи их всех отпустил. А после того он сбежал. Аваков? Аваков был министром внутренних дел. А потом уже Фучиджи сбежал, и сегодня он дает интервью в России или в Приднестровье, где он толком находится, мы не понимаем, но точно, что не в Украине. Ну. Это мы точно знаем. Значит, теперь, что касается МЧС. То же самое ситуация. Заведены уголовные дела в отношении работников МЧС. Ни одно дело не передано до сих пор в суд, хотя времени прошло более чем... Ну, то есть полное... Знаете, да. Простите, импотенция нашей вот правоохранительной там, системы налицо. Там по поводу МЧС, да, ответственность на себя взял Владимир Боделян. Боделян, но не взял на себя ответственность. Это следствие назвало его ответственным. Его... Но в суд это так и не дошло. Это родственник того известного мафиози Боделяна? Это сын Руслана Боделяна, абсолютно верно. Бывшего мэра Одессы, который был... Он был первым секретарем горкома партии, потом обкома партии, потом много лет был мэром Одессы, а его сын возглавлял МЧС. Ну, и вот он тоже сбежал. И он тоже сбежал. Тоже ну, нет, то есть, да. А еще часть задержанных тогда были обменены на наших ребят на Востоке. То есть ДНР... Так, абсолютно. То есть ДНР и ЛНР меняли их, то есть требовали их освобождения, в обмен отпускали наших. Ну, ДНР и ЛНР, я говорю, конечно, в кавычках. Ну, да, террористические организации. Ну, то есть картина складывается такая. А с одной стороны однозначная, с другой стороны, конечно, очень грустная, что Украина не в состоянии провести это нормально, а это значит, что в глазах Европы мы получаем сегодня очень большой минус. И как Россия это будет использовать? Это же постоянно Россия это использует, эту тему. Да. Не надо, это по моей судьбе, я могу вам сказать. Я был 1 марта в Москве попрощаться с Борисом Немцовым, меня там задержали, а потом я там провел 6 часов в милиции, а потом во время того, как я там находился, Следственный комитет Российской Федерации сделал заявление, что я проверяюсь на причастность к убийству и издевательствам над гражданином Российской Федерации во время событий 2 мая 2014 года. Хотя, конечно, ни один гражданин Российской Федерации там не пострадал. Но я к тому, что Россия это использует всюду. Пропагандистски, юридически. А Украина, к сожалению, вот, ну вот так вот, дает такие пасы очень плохие. Украина. Вы понимаете, вы говорите Украина. Украина это все... Конкретные правоохранительные органы. Ну, правоохранительные. И у этих правоохранительных... Да. Я считаю, что после доклада Совета Европы люди ответственные заведения следствия в МВД должны быть уволены, должны быть взыскания. Но это же конкретный орган, который ведет это вот так. Смотрите, я помню, что тот же самый международный... Да, это же группа это же по группа, событиям на Майдане. Они по поводу событий, тогда по поводу событий на Майдане они что сказали? Что Генпрокуратура, МВД и в СБУ проводился открытый саботаж. И никто не понес за именно это ответственность. То есть президент, наш сосед, потому что мы все на Банковой, он... Решил, что ну, не стоит никого наказывать. Ну, может, мы ну, чего-то вот. Не знаем, но я надеюсь, что может, после этого доклада... Хотелось бы знать. Я надеюсь, что после этого доклада виновные все-таки понесут ответственность. Очень хотелось бы. Вот вы вспомнили Россию. Ну, понятно, тут без России бы не обошлось, скорее всего. Но что важно, Россия, их средства пропаганды сразу начали говорить, что Хатынь. Майдан, Хатынь, да. Что майдановцы сожгли, убили. Ну, действительно, трагедия... ужасное. Даже если это было бы ну, чистая случайность, ну, бросили коктейль молотого, загорело, ну, правда, трагедия. Но вот, согласно докладу, что говорят эксперты, что поджог был осуществлен в 5 местах,
ну, разбросанные по дому профсоюза, и поджог был осуществлен изнутри. Абсолютно верно. То есть протестующие, то есть те, ну, то есть, не знаю, ну, как их можно назвать, болельщики, то есть, ну, скажем, украинцы, да, потому что те, кто был внутри, ну, так себе украинцы, нельзя можно назвать, советские люди, наверное. Они подожгли, а те, кто вот были снаружи, они не могли. Ну, судя по анализу. Абсолютно верно. Вот мне интересно, вот как вот эту версию событий восприняли в Одессе, потому что до сих пор приходят, само собой, люди почтить память погибших, да, и они, я уверен, что были с однозначным мнением, что все-таки убили, вот, не знаю, майдановцы, так давайте будем назвать. Город разделен на две части. Одна еще верит в историю о том, что это Хатынь 21 века, а другая понимает, что это страшная трагедия, но эта трагедия спасла Одессу от еще более жуткой участи Донбасса, да, с разрушенными школами, больницами и вообще разрушенным там миллионным городом и всем регионом. Поэтому те люди, которые верят, что это Хатынь 21 века, их переубедить практически невозможно. Им что ни скажи, то есть, ну, некоторые там верят до сих пор, им же рассказывали, что там тела погибших, какая была история, что их якобы тела погибших заколоты, застрелены, то есть что пожаром скрывали просто массовое убийство. Но есть экспертиза, ни один из пострадавших в Доме профсоюзов не ранен никаким образом, ничего кроме... Были ранения, ну какие ранения, то есть люди выбрасывались, да, из окна, да, пытаясь спастись и, к сожалению, да, ну, погибали. Да, от пожара это было, но никаких таких... Была вторая история, которую распространяли, что на самом деле не 48 человек, а где-то 200 человек. И все, и, ну, есть люди до сих пор и в Одессе, я уверен, и в Украине, и в России, то точно, а в мире, я понимаю, тоже, которые верят до сих пор этим историям. Переубедить их очень сложно. Мог бы переубедить в этом не доклад Совета Европы, а суд, да, который бы вынес решение. Поэтому мы так все его хотим. Но однозначно. Я, кстати, хотел бы обратить ваше внимание, знаете, вот все-таки Украина, мы с одной стороны сказали о плохом, правоохранительная система в развале, там и так далее, но есть хорошее. А именно, что в Украине есть люди, вот не безразличные, как там в армию пошли там добровольцы, волонтеры, их одели, обули, ну то есть и так далее, и так далее. И то же самое здесь. Основную часть расследования, которая легла в основу этого доклада, сделала группа журналистов, которые сами себе назвали группа 2 мая, из разных абсолютно изданий, интернет, телевизионных изданий Одессы, разные направленности, разных взглядов, но которые все объединились и провели очень серьезное исследование. И вот именно они дали первую экспертизу, что основной очаг, который привел гибели людей, пожара, был в вестибюле внутри. То есть это он не мог туда залететь, коктейль Молотова, снаружи. То ли там же тоже летели из здания коктейля Молотова, то ли когда они их разливали, готовили, кто-то его просто уронил, то ли это действительно была какая-то уже, ну, специальная, да, такая, шаг. Да, хотя вот по поводу группы 2 мая, вот я вот, ну, на Дожде это нашел, да, тут канал нейтральный, скажем, да, так, по отношению, российский канал, да, он нейтральный по отношению к Украине, скажем так. Вот что они пишут, что группа 2 мая, у которой, как вы сказали, вела это расследование, да, они вот говорят, что изложила свои данные, да, об очагах возгорания. И что они говорят? Что информация о том, что в докладе международной консультативной группы якобы говорится о том, что люди в Доме профсоюза подожглись сами себя, является ложью. Ну, понятно, что они сами говорит, себя не подожгли. То есть там, что... Вопрос в том, где возник очаг возгорания. И был ли злой умысел? И был же... ли злой умысел? На этот вопрос не может ответить ни журналисты, ни группа Совета Европы. На этот вопрос может ответить только суд. И то суд тоже, да, то опираясь на каких-то, да, доказательств. Потому и что то, учитывая, еще... что прошло полтора года. Да, есть у кого спросить или уже не у кого спрашивать. Это было большое... еще одно, то, что мешает сегодня следствию. С самого начала была вопиющая ситуация. Было сотрудники коммунальных служб Одессы на утро 3 мая полностью привели в порядок центр, да, города, где происходили все события, то есть где были гильзы, там же стреляли по проукраинскому митингу, стреляли из автоматов Калашникова. Да, там. Да, это же не просто палки. Они точно так же, а по Дому профсоюзов люди ходили, гуляли, экскурсии водили месяц, пока его закрыли. Ну, то есть масса вещей, которые были недопустимы, это место преступления, экспертизы, все необходимо делать. К сожалению, многое упущено. Но даже сейчас, вот я говорил со своими знакомыми и в правоохранительных органах, и там, скажем, журналисты, расследователи, говорят, что даже сегодня можно, если начать вот серьезное расследование, многие вещи можно восстановить, экспертизы сделать по-нормальному, чтобы они не вызывали ни у кого сомнений, подготовиться к суду, но
все подчеркивают одно, я возвращаюсь, простите, может быть, субъективно, но к своему проекту закона об амнистии, потому что в парламенте его даже боятся вынести в зал. Но вот суть в том, что пока мы собираемся преследовать или выяснять вину 5 или 10 тысяч человек, у нас никогда не произойдет ничего. Абсолютно. А если мы проведем вот эту амнистию всех тех, кто ничего, ну даже пусть они были с той стороны, ну обмануты они были, но если они никого не убивали, если они не убивали там проукраинских активистов, ну что сейчас их искать, где их искать, это абсурд. То есть это шаг к примирению. И тогда мы сможем сосредоточиться на 10, 12, 15 людях конкретных. Вот тогда, мне кажется, у нас есть шансы. Ну да, потом можно пойти дальше, дальше. Если будет надо, да. Да, ну вот справедливости ради, опять-таки, с отчета международной группы, да. Вот в некоторых случаях активисты Евромайдана нападали на сторонников федерализации, когда они уже вот пытались выбежать, да, или прыгали. Не выбежать, они выпрыгивали. Выпрыгивали, да. В других же случаях они, наоборот, помогали им спуститься. Я могу вам подтвердить, было и то, и то. Вот те, которые нападали, ну вот просто надо быть, если мы как бы правовое государство, ну надо, значит, какие-то, ну, не поддаваться эмоциями, вот если есть правонарушение, да, то есть наказывать всех, да, кто переступил некую черту. Полностью с вами согласен. Вот как с этими, я не знаю, потому что, да, я так понимаю, что, да, за все время было там арестовано 110 человек, в итоге там 13 еще ищется, там, единицы. Смотрите, я скажу вам, ну, во-первых, такого, чтобы кто-то, человек хоть один, погиб именно от того, что его там условно затоптали, забили, внизу уже, возле дома, такого не было. То есть, да, были случаи, я сам там нескольких человек оттащил просто от тех, кто выпрыгивал, или там же они не просто выпрыгивали, их там пожарными лестницами забирали, люди помогали, очень многие люди помогали им выбраться оттуда. Но были такие люди, что тем, кто вот уже выбрался, они кидались на них, пытаясь их там бить и так далее. Я сам нескольких таких оттащил, но такого, чтобы кто-то вот именно, знаете, так бил, чтобы нанести какие-то увечья, и чтобы человек мог быть, такого не было. То есть никто не убил. Никто не убил. Да, никто не убил ни одного человека. И это я могу вам сказать. И поэтому еще раз я снова говорю о том, что необходима амнистия. Как для тех, так и для этих. Тех, кто не убивал. Потому что все-таки для меня черта это убил. Или там какие-то тяжкие увечья. Вот, ну, это, да, черта. Да. А то, что там, ну, кто-то кому-то, может, синяк поставил, бог с ним. Да. За полтора года это все уже ничего нет. Ну, будем надеяться, что правоохранительные органы и те, кто решает, кто будет во главе этих правоохранительных органов, сделают правильные выводы. Дай бог. К сожалению, импутов со стороны Запада очень много, а решений пока никаких. Это по всем. То есть по МВД, по СБУ, по генпрокурора я вообще не буду говорить, потому что тут это будет целая отдельная тема. Ну вот, уже про 2 мая все. Еще что хочу по поводу Одессы. Последнее, да? Именно Одессы. Вот прошли выборы 25 числа в Одессе. Кандидатом от партии, которую вы представляете, от «Солидарности», был Александр Боровик. Да, Боровик он себя называет. Ну, Саша Боровик. Да. Человек команды Саакашвили. Ну, вот я хочу вам дать послушать, что он сказал нам, вот буквально через сутки-двое после этих выборов. Пожалуйста. Мы, в общем-то, зафиксировали, что телеканал, которым владеет Алексей Гончаренко, на каком-то этапе начал работать против нас. У нас была информация о том, что некоторые члены партии на своих митингах каких-то с избирателями говорили: «Голосуйте за нас», но когда дело доходит до выборов мэра, «Голосуйте за нынешнего мэра». То есть тоже кто-то из членов партии сейчас как-то еще с утра сегодня объявил, что выборы можно считать закрытыми, до того, как какие-то результаты были объявлены. Все это где-то работает против нас, но я должен сразу сказать, что наша компания была достаточно независимой от «Солидарности». У меня совсем другой штат, другое финансирование, другой распорядок. То есть мы не сильно зависели на «Солидарности». Я не член партии «Солидарности», поэтому у меня нет представления, как они работают, какой у них, кто у них на самом деле лидерство, кто занимает такую позицию. Ну вот почему? Ну, как бы ваш кандидат, вы его, ну, не вы конкретно, да, я знаю, что вы опровергали эту информацию Саши Боровика. Но человек же ж не может врать вот так, да? Нет, дело не в том, что Саша врет. К сожалению, команда у них такая горячая вся и много эмоций. И вот Саша
знаете, он большой разбег сделал, и у него тормозного пути не хватает. То есть вот я стараюсь говорить так мягко, аккуратно, потому что на самом деле Саша дал серьезный бой, серьезную кампанию, набрал 40%. Хороший результат. В этом результате есть большая доля нашей партии, потому что вся партия работала на него, у партии есть партийный рейтинг. Сашу, поверьте мне, никто не знает в Одессе. То есть все, что набрал голоса Саша, это сторонники Михаила Саакашвили и сторонники «Солидарности». Там других голосов нет. Поэтому... Это, конечно, не, ну, мягко скажу, не совсем так. Прокомментируя, иллюстрируя, могу сказать, что вот там недавно, пару дней назад, Саша обвинил уже Дмитрия Гнапа. Есть такой журналист. Есть такой журналист, да. Ну, как по мне, это один из самых честных и порядочных журналистов Украины, который, чье вообще имя, ну, совершенно, знаете, не запятнано ничем, он обвинил его в своем поражении. А почему? Потому что Дмитрий Гнап сделал фотографию, где Саша стоял возле Сергея Кивалова и выложил у себя там, ну, я не знаю, в Фейсбуке или где он там, на Громадском ТВ это показали. Да. И Саша говорит, вот он виноват в том, что я ему проиграл. Ну, то есть, это неадекватный. То есть, виноват Гончаренко, виноват Дмитрий Гнап, виноват партия «Солидарность», некие кандидаты, он же не говорит даже фамилии, на каких-то мероприятиях у нас была информация. Ну, это чушь собачья. То есть, если бы хоть где-то... Вы сказали, что вы будете мягко, а тут теперь... Ну, я как бы просто говорю, что это... Дальше, вот он говорит, объявили, это через пару дней после выборов, а объявили не мы, а средства массовой информации. Да. Опять же, знаете, средства массовой информации, принадлежащие... То есть, ну, неважно. Средства массовой информации объявили данные параллельного подсчета голосов от опоры и Комитета избирателей Украины. Я скажу, что я не знаю, Саша Боровик спорил и с Ольгой Вазовской в этой студии по поводу всего. Да, ну, то есть Саша Боровик... Но он же не сумасшедший, слушайте. Я не говорю, что он сумасшедший, но вы знаете, человек, который провел очень такую бурную кампанию... Его... Вы списываете это на эмоции? На эмоции. Он перешел в совершенно другое эмоциональное состояние. От одних эмоций до других эмоций. Вот вчера Верховная Рада 5 ноября провалила поправки к Трудовому кодексу, а там были такие поправки, которые вот Евросоюз говорит, что они принципиальны для того, чтобы была либерализация визового режима. Особенно это касается недопущения дискриминации, ну, по разным принципам, в том числе и сексуальной ориентации. Вот Верховная Рада, то есть депутаты, несмотря на все обращения президента, министров и так далее, отдала только 117 голосов. Вот неужели среди депутатов столько гомофобов? Ну, я голосовал. Нельзя, я мой знаю. Голос есть 117, Хотел вас спросить, гомофоб ли вы, но вы же голосовать, я не буду. А ваши коллеги, что у них? Ну, честно говоря, вчерашний весь день, вот весь вчерашний день в парламенте, начавшись этим голосованием по визовой либерализации, это же не только история про сексуальную ориентацию, но и другие законы, которые не были приняты, закончившись скандалом между Александром Кужель и Андреем Тетеруком, весь этот день, к сожалению, он показал, что, ну, если честно говорить, конечно, украинский парламент дальше от Европы, чем украинское общество. Вот, к сожалению. И я в очередной раз в этом убедился. Мне стыдно. Вот мне стыдно, что я парламентарий, народный депутат, и вот люди, к сожалению, сегодня смотрят на весь этот... Почему не голосовать? То есть, понимаете, там настолько поправка вот эта про сексуальную ориентацию, просто чтобы было понятно. Может быть, люди думают, что это там, я не знаю, там нужно что-то делать геям или... Узаконить однополые браки. Я не знаю, да. Речь идет о том, что Европейский Союз настаивает, что не может быть дискриминации при приеме на работу по набору признаков, начиная от цвета кожи и вероисповедания, и заканчивая сексуальной ориентацией. Ну, я не понимаю, кто с этим может спорить? Если приходит человек, хочет работать слесарем, я не знаю, адвокатом, ведущим, депутатом, я не понимаю, какая разница? Гей он, не гей он. Ну, то есть, более, ну, слушайте, это какой-то бред. И поэтому, почему оно не было проголосовано? Почему оно вызывает такие эмоции в парламенте? Я вообще не понимаю. Потому что много ханжей, или как правильно? Ханжество. Да, ну, какая-то не совсем понятная история. Причем, вы знаете, я говорил, мне показалось сначала, что, может, какое-то старшее, там, более старшее поколение. Я говорил с некоторыми своими коллегами молодыми, и они говорят, да ты что это? Я ничего не могу понять. Чего, говорю? Один говорит, нет, это Библия запрещает. Библия запрещает? Почему Библия запрещает? Другой говорит, это нельзя делать, потому что они будут нашим детям показывать неправильный пример. Как? Хотя, с другой стороны, в Конституции все мы равны, да? Независимо от ничего. Равны, но... Поэтому, ну, понимаете, дискриминировать запрещает Конституция. Этот закон приняла, ну, тоже я вам скажу, очень такая патриархальная страна, Грузия.
тоже, она приняла этот закон, и они сегодня двигаются без... Молдова, сосед там нашего, да. Возле Одессы. Поверьте мне, это тоже не скажем, там, Швейцария, не Германия по способности воспринять там какие-то вещи. Но они проголосовали, потому что в этом ничего такого нет. Это никак не легализирует там, да, еще раз, однополые браки или еще что-то в таком духе. В чем проблема? Да, если, опять-таки, в этом тоже есть что-то, что-то, что-то кого проблема, смущает. Но тут вообще и этого нет. Ну, то да. Есть в чем вопрос? То есть я не понял. Мне очень грустно вчерашний день. Вчерашний день меня очень расстроил. Ну вот по поводу вчерашнего дня, который расстроил не только вас, он расстроил всех. Потому что вот я опять предлагаю показать эти кадры, да, хотя не видно, да, сам момент инцидент между Александрой Кужель и Андреем Тетеруком. Но вот что меня, знаете, вот разочаровывает в очередной раз в украинской политике, что Андрей Тетерук поступил, ну, может быть, неправильно, может быть, он повернулся, случайно ударил Александру Кужель. Случайность. Он извинился в социальных сетях, сказал, что да, вот это... Правда, это назвал самооборону. Ну, самооборона против 62-летней женщины, значит, со стороны офицера. Еще Андрей офицера. Тетерук, он такой, да, серьезный мужчина. Ну, хотя, окей. Потом... Уже политическая партия «Народный фронт» говорит, что вот это спекуляции, что вот это вот, может быть, батьковщина хочет использовать, чтобы предлог, чтобы выйти с коалиции и так далее и тому подобное. Что вообще у вас там происходит? Коалиция жива или мертвая? И заканчиваю. Да, я, знаете, коалиция, ну она жива, она голосует, она все-таки существует. Но тяжело, тяжело, и то, что мы так дискредитировали парламент, это большая проблема. Я не думаю, что этот парламент просуществует 5 лет, на который избран. Я не знаю, будут ли перевыборы в следующем году, и тоже в этом не уверен. Но, конечно, еще раз я повторюсь свой вывод. Украинское общество меняется, взрослеет, становится более европейским быстрее, чем украинский политикум. Вот факт. Ну да, будем надеяться, что больше представителей гражданского общества войдут в состав нового правительства, хотя сегодня президент сказал, что лучше этого состава парламента пока он не видит возможности новый создать. Поэтому этот парламент речь будет о том, жить. Что, я так понимаю, глядя на результаты соцопросов и всего остального, да. Мы понимаем, что сегодня там популистические радикальные силы, если они зайдут в парламент, оно может стать еще хуже. Ну, это уже как бы избирателям тоже решать. 100%. Да. Спасибо, Алексей Гончаренко, за эту беседу. Спасибо вам. Оставайтесь с нами.